Я хочу вам это показать для того, чтобы вы, если вдруг захотите, могли сами спланировать свой отпуск, сами могли приехать сюда, в этот город, сами могли отдохнуть без каких-либо аниматоров, туристических операторов и шума гамма тех дискотек, которые всегда сопровождают отдых на море. Не знаю, но я человек такой, который привык отдыхать в тишине. Это было раньше, когда был молодой, было весело, музыка, шум, гам. Сейчас нет. Если хочется отдохнуть, то нужно отдохнуть. Здесь, поверьте, вечером тишина. Воздух чистейший, свежайший, сосны. Это просто прелесть. Море рядом. До центра города где-то 2,5 километра. Пешочком пройтись, за милую душу, отличнейшая прогулка по свежему воздуху, просто супер. Погода тоже. 33 градуса тепла, не чувствуется как духота. Если у нас дома, к примеру, 30 градусов или 32, ты вешаешься уже от духоты, ты не знаешь, как, чем дышать. Давка такая на улице, на голову на тебя, что просто невозможно. Здесь же 33-37 градусов. Идеальное состояние, идеальная погода. Ну так вот, следите за нашими обновлениями на канале, не забуду это повторять. Маленькие видео выходят одно за другим и будут выходить. Что-то уже вышло на канал, что-то выйдет после этого видео. Сейчас я вам покажу эту квартиру, в которую мы приехали. Пожалуйста, смотрите. Вот это вот у нас основная комната. Вот такая вот комната у нас. Диван, раскладной диван. Кухонный уголок. Газовая плита, под ней холодильник. Шкафчик кухонный. Еще один шкафчик кухонный. Вот здесь у нас тоже шкафчики. Вот, смотрим. Ну, тут мы уже все напихали. Съестные запасы. Здесь вот у нас тоже, пожалуйста, все стоит, уже готовое. Ну, сюда тарелочки, одно, другое, третье, десятое. Вот ложки-вилки, чашки-поварешки. Вот такой вот у нас кухонный уголок. Идемте дальше. Да, шкафчик с посудой, телевизор, шкаф. Ну, естественно, тут что у нас здесь? Здесь у нас, как всегда, посуда, кастрюли и так далее и тому подобное. Идем дальше. Здесь у нас комната, здесь у нас спальня. Вот такая вот спальня. Вот такая вот большая комната, кровать. Да, выход на балкон. Вот посмотрите, у нас есть выход на балкон. Балкон идет у нас на две комнаты. То есть, если мы открываем здесь балкончик, вот мы выходим, вот мы вышли сюда, вот балкон, наша комната, а вот это внешний вид с балкона, это у нас парковая зона, и там комплексы гостиничные, это у нас дом рядышком, чуть дальше у нас вот там вот бассейн, и за теми деревьями у нас море, вот такие дела. Вот так вот. Заходим обратно. Когда открыта дверь на балкон, то кондиционер не работает. Поэтому дверь нужно держать закрытую постоянно, чтобы был свежий воздух в ваших апартаментах. Так вот, что я хотел... Ах, да! Ну и, конечно же, вот наша... Вот такая вот у нас, можно сказать, туалетная комната. Вот такая вот она у нас. Душ, все дела, раковина. Это у нас такой коридорчик, такая маленькая прихожая небольшая. В принципе, этого хватает. Повторяюсь еще раз. Город Бибионы, комплекс апартаментов принадлежит гостинице «Катя». Сам комплекс называется
резиденция Боско Конора. Следите за объявлениями на канале, не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями и оставайтесь с нами. Дальше будет куда интереснее.